Так, что у нас тут? У нас тут доктор и сгнившие поля. Неха задействует свое поле. Давайте вот здесь, да, вон там Васи Вороны. Ух ты, как хорошо мы раскачали тут сурвов. Упал. Подожди, а почему ты... Я думал, ты спринтануть от меня хочешь, а ты что-то и без спринта. Слушайте, кстати, там довольно мертвая зона. И что это? Ну, можно ее еще раз прокачать. Не-не-не, ты уже никуда не успеешь. Так, еще дадим ей. Ну, это чисто, чтобы 3 стадии было. Хорошо. Вот здесь это не будет нам стоить там минус геника, все дела. Ну там по-любому заводят опять. Да, я ж говорю. Блять, крюки уебищные. Надо, наверное, на этот нести. Бля. Не хочу ген ебать. Потому что трое заорало. Я, кстати, сейчас не донесу, походу, я дебил. Это моя ошибка, да? Да, нет, с каким-то чудом. Уже перестали заводить, но кто-то все равно здесь. Я хз где? Сейчас узнаем. Ошибка. Да, классная система, Хаима. Понимаю. Так, они что там? Хилятся, нет? Так, два, не более. Она ошиблась. Ну тогда что, выбиваем осколок, наверное, и покончим с ней. Да, даже у такого хуевого игрока есть осколок. Круто. Ничего страшного. Я не знаю, на что ты рассчитывал, ну ладно. Так, тут ген опять не закрылся, его заводить. Ну это минус 2 гена. Но в любом случае я ее тогда забираю с собой. Ну, ее снимают, я иду за ней. Потому что... Тут уж как бы не играл. Они просто быстро заводят. О, минус порча. Так, сейчас может мы успеем засейвить геник? Ага, тут уже никого нет. Ну что, тогда бьем геник и уходим за ней. Килл-то нам надо забрать. Ну и чё, найди наши спасатели Малибу. Тут ген самый дальний, мне не жалко. Тут вот 3 гена, с которыми можно этот. Ну давайте так тогда осмотримся, я чё-то ничего не пойму. Они спасать собираются, вообще нет. Вон кого-то вижу, кто-то на геник вернулся. Ну нет, так нет, вон побежал спасать. А, успел. Ну, конечно, классика. Ну, кстати, как у меня в последней игре. Ничего, ничего, ей ничего не поможет, я буду все равно туннелить до последнего. Да съебись ты, блядь. Сиди там, блядь, бедеблочер хуев. А, все равно. Ну да, киллер 4.6 по ровной, по прямой дороге не может дотянуться до автомобильного. Так, успокаиваем нашего Билла. Да, конечно, ты ослепишь. Что это было? Он убрал регресс с генератора, мне бы его сейчас было неплохо пнуть. Отлично. Ну, в принципе, минус один на 4 гениках. Формально на 3, потому что там вот кто-то заводит. Да, они вон все по геникам разбрелись. Ну, это уже хорошо, если он начинает попадаться. Ну, не знаю, успею ли я задефать. Он делся хер на куда этот сур, который тут заводил. Что в полях, как известно, хер найдешь. Так, мы типа ушли и типа мы возвращаемся. Верно, здорово.
Блять, каким образом, боже. Не помогут те эти выкрутасы в полях, не помогут. Окей, давай еще раз. Как скажешь. Не понял я, что это было. Я вообще ожидал, что она будет прыгать типа в окно. Не сразу скидывать доску. Они просто играют довольно сейвово. Так, там что-то аура. Так, кто-то заводит там. Мы можем сейчас попробовать. Блять, я не могу все геники так задефать, господи. У меня хоть и билд на дефт генераторов, но... Конечно, жестко. Они разделились по геникам. Так, тут кто? Вот он. Пошли за ним. Так, ну ладно, пусть идет снимает тогда ее. Я сейчас... А, этот ген откатывает. А, он откатывается, потому что я повалил ее. Окей. Можно прямо сейчас заряжать, они выбегут прям по мне. Часы. Пусть идет лутается, а мы забиваем. Я ведь знал, что... Ага, что, не юзается, да? Алло, ты на третьей стадии, дядя. У тебя не работает фонарик. Как бы ты этого не хотел. И зря ты бежишь в сторону повешенного. Она скиллчеки проваливает, и у нее этот... Она упала. Господи. Мне вот что было давно интересно. Можно ли закрыть коровья? А! Ой, я сейчас такую херню сделал, ладно. Но закрыть-то можно. Так, все, дядя, ты приехал. Она провалила скиллчеки и в итоге упала. У нее была глубокая рана от часов. Я не знаю, каким образом можно было там зафейлить скиллчеки. Ну ладно. Она, по-моему, закричала два раза, я уже в тот момент понял, что она упадет. Ей бы не хватило времени, мне кажется, попытаться. Так, убила только первая стадия, он может спрыгнуть. Мы можем, по сути, его кемпить, а можем просто дать шанс. Ладно, пусть-пусть. Может быть, даже и спасет, поиграем чуть дольше. Тебя что-то так кричишь. Сейчас я тобой займусь. Так, пойдем-ка. Ага, я тут все выпилю. Придется еще дальше идти. Я, кстати, как-то не замечал раньше этот черный сгусток. Ущупалец, в сущности. Опа. Люк. Ну что, в итоге всего один геник, который смогли завести. Что за ранки-то были, интересно? Но мне кажется, фиолетовые точно будут. Но это точно они 20-ки играли. Но хотя бы сказать. Ну, играли-то они все равно неплохо. Если я просто бы не бегал по геникам туда-сюда, откатывая их чертиком, они бы довольно быстро завели. Две аптечки такие себе. Шауха. Ну, радужная карта. И самые убогие инструменты.